У связи со значным похолоданием в области дозволено уключиться, а при необходимости снова отключить отопление. Как потлумашили у филиале Гродинские тепловые сетки РУП «Гродная энерго», на уключение системы у режиме протепливания дозвол отримали установы и организации, а так само жилый фонд. Нагадаем, решение об завершении отопляльного сезона, акрамя социальных установ, было принято 19 красавика. Коли на протягу 5 дзён среднесуточная температура трымалася на адзнацы плюс 8 градусов. Однак вонкавыя температуры с значными заморозками и снегопадами дозволили аднавіць режим протепливания, подтверждают энергетики. И дадают, подобная практика уже мела место летась, коли за холодов тепло было вырашено зноў падать у середине мая. Дарэчы, і гэтай вясной назіраць засыпаную снегам першую веснавую зеляніну беларусам давядзецца яшчэ не раз. У бліжэйшыя дні, як абяцаюць сіноптыкі, надвор'е будзе больш падобным на зімовае. Ноччу да мінус 3 па рэспубліцы, днём не вышэй за 6 градусаў цяпла. Моцны вецер да 18 метраў у секунду і мокры снег.